В интернете есть куча видео, сайтов, где тебе расскажут, как нужно жить, как нужно правильно жить. Есть куча людей, которые расскажут тебе, что ты делаешь не так. А что, если я скажу тебе, что ты должен класть хуй на всех? Просто иногда нужно сказать: идите в пизду. Грубо, жестко, но на кону твоя жизнь и твое счастье. Все вокруг знают, как ты должен жить. Здесь найдется миллион советчиков, знатоков, и каждый тебе скажет: ешь только это, пей только это, трахайся только так, а не иначе. И все такие умные, все вокруг в один момент вдруг решили, что они знают, как ты должен жить. Жирная тетка в магазине говорит тебе, что ты должен купить вот эту колбасу. По телевизору тебе говорят, что ты должен одевать вот эту одежду. По радио тебе говорят, что ты должен сходить вот на это кино. Соседи тебе расскажут, как ты должен воспитывать своих детей. Родственники тебе скажут, с кем тебе нужно спать. Знакомые тебе скажут, как тебе нужно жить. И иногда нужно сказать: идите вы все в пизду. Скажи, я прожил свою часть жизни. В моей жизни было то, что не было в вашей. Я знаю свою жизнь лучше, чем вы, и я буду жить так, как хочу этого я. А вы ищите других дураков для своих умных советов. Пойми, счастье у всех разное. Что для одного счастье, для другого не факт. И лучше потратить полжизни на поиски своего счастья, чем потратить полжизни на то, чтобы пытаться напялить на себя чужие мечты. Найди свое счастье.